back now. A little dose of you. I'm with my back now. I'm falling back now. I'm falling back now. Хеймейка, подожди. Ну и где она? Мейка, что случилось? Директриса сказала, что поставила меня на учет. Я же себе в будущем не смогу нормальную работу найти. Как на учет поставила? Этого не может быть. Это все из-за тебя. Мейка, тебя что на учет поставили? Да? А как ты узнала? Эта новость уже по всей школе разлетелась. О боже! Так это ты все-таки окно разбила. Да не я это. А кто тогда? Пошли в столовую, там все расскажу. В общем, это Акера разбил окно и попросил его прикрыть. И ты согласилась? Ну, я ему устрою. Да? Он сказал, что меня не поставят на учет. Это низко. Сваливать все свои проблемы на младшую сестру. Он просто хочет поступить в хороший институт после школы. Но боялся, что его могут на учет поставить. Тогда же его ни в один институт не примут. У тебя тоже есть своя личная жизнь. Послала бы его и все. Ну, он же мой старший брат. Мейка, Мейка. Ладно, пошли на урок. Да, пошли. Малышка. Ты че орешь, придурочный? Я хотел сказать, что тебя сняли с учета. Я во всем признался. А как же институт? Плевать на него уже. Главное, чтобы у тебя не было проблем из-за меня. О, Акера, это так мило. Ладно, может, в кафе зайдем? Отпразднуем твое отчисление. Ничего не отчисление. Просто на учет поставили. Ладно, пошли. Что заказывать будем? Хмм, даже не знаю. Тут все такое вкусное и очень дорогое. Ой, да заказывай что хочешь, я оплачу. Спасибо, господин Акера, вы очень щедры сегодня. Ты чего застыла? Посмотри назад.